дрова, баллонный газ, печное отопление, туалет на улице. Прямо у Кубилова дома. Коммуникации, кроме света, здесь никаких нет. То есть мы здесь заложники. Это был 69-й год. Вот книжка домовая. 58-й год. Да, вот 69-й, лет 50-й. Смотрите, с той стороны, посмотрите, у нас там одни трещины в доме. А там уже и потолок обвалился. Вот, где то окно, там у них обвалился вот этот пол. Центр города. Да не колотят, да, и вот такое вот, оно же рухнет. Время эти вот у нас, как и распоряжение, приходили, снос. Так нас остались. Власти бездействуют абсолютно. Им как будто они все знают про наши дома. Причем они просто бездействуют. Ну, этот центр, ну как-то очищать его надо. Настолько невыгодно нас здесь купить. Это не наша вина, что мы так запустили. Это вина властей наших.